Москвы. У нас квартиры почему-то пошел за барабаны. Такая метаморфоза. Каждый свершок, знай свой мосток. Я бы сказал, что так. Ну что ж, друзья, вот такой сегодня состав. Леша Блохин на барабанах, который просто великолепный клавишник, я так понимаю, что в свое время ему кто-то сказал: Леша, неплохо, если бы ты сыграл на барабанах. Сказал: да. Вероятно, это была красивая девушка, после чего он не мог оторваться. Паша Степин бросил гитару, вернее, я у него отобрал, но... Однажды красивая девушка сказала ему: играй на губной гармошке. Как говорится, примени свои губы в нужном направлении, я бы сказал так. Да, вот так вот. Ну что ж, поехали. Есть такое лекарство всех болезней под простым русским названием терапия рока. Doctor, I don't need a beer. Make us hear him, baby. Yeah.
Спасибо.